На базе поликлиники номер 1 в Одинцове функционирует центр медицинской реабилитации. Пациенты могут получить направление от лечащего врача, а также от врача-терапевта. Пациенты с различными патологиями, в частности, заболевания опорно-двигательного аппарата. Это пациенты чаще всего после травм проходят восстановление. Заболеваниям периферической нервной системы, центральной нервной системы, пациенты после инсульта. Заболеваниями дыхательной системы, в частности, после ковида перенесенного. Ну и разная патология. Время реабилитации зависит от степени заболевания. Лечение можно проводить не только в условиях стационара, но и в условиях амбулаторного лечения. Так, например, после ковида срок реабилитации составляет 10 дней. Может быть, разные процедуры по назначению врача-физиотерапевта, лечебная физкультура, где назначаются либо индивидуальные занятия, либо групповые занятия, и массаж тоже после назначения врача. В центре есть все необходимое оборудование – магнитотерапия, импульсные токи и многое другое. Так, например, в комнате для галотерапии на стенах солевое покрытие. Именно оно дает лечебный эффект для органов дыхания, как от морского воздуха. Поэтому восстановление здесь не только продуктивное, но и приятное. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».